и социально, и интеллектуально. Эта программа еще ориентирована на учет возрастных особенностей, поэтому в клубе «Следопыт» имеется несколько ступеней, и дети переходят от одной ступени в другую, таким образом протекает процесс развития ребенка. Структура занятий предполагает, что дети не только играют, изучают Библию, путешествуют, принимают участие в миссионерских проектах, но и проходят различные специализации. Существует более 400 различного рода специализаций, среди них такие как Библия наизусть, автомеханика, рациональное питание и так далее. То есть это возможность для детей. Учебного года – это летний слет, на котором встречаются дети из всех клубов конференции. Делятся опытом, принимают участие в увлекательных играх, испытаниях, вместе молятся и читают Библию. Отдельное направление работы клубов – это подготовка сотрудников. Каждый, кто серьезно заинтересован этим служением, проходит ступень подготовки лидеров «Мастер-проводник» на специально организованных полевых школах. Я смог со стороны посмотреть на вот эту лидерскую подготовку, которая важна для того, чтобы наших детей действительно обучать на должном уровне. Да? Нет, пожалуйста, встречайте. Провозглашение обещания закона искателей приключения. Приступи. Иисус любит меня. Иисус любит меня. И поэтому я обещаю. И поэтому я обещаю. Делать все самое лучшее. Делать все самое лучшее. Быть послушным и чистым. Быть послушным и чистым. Быть честным и добрым. Быть честным и добрым. Быть вежливым и внимательным. Быть вежливым и внимательным. Быть полезным и радостным. Быть полезным и радостным. Быть благодарным и почтительным. Быть благодарным и почтительным. Гимн искателей приключений. Памятные жемчужины. Псалом 120. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст поколебаться ноге твоей, не воздремлет он, хранящий тебя. И дремлет, и не спит. И дремлет, и не спит. И дремлет, и не спит, хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь.
всей твоей, с правой руки твоей. Бог сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Днем солнце не поразит тебя, и луна ночью. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение отныне и вовек. Сабрина. И когда пойду, приготовила место, приду опять и возьму себе, вы были, где я. Ты подумала себе, Господи, ты велик, имя твое великом могуществом. Сейчас пришло время для торжественного посвящения клуба в «Искатели приключений». Поддержать аплодисменты. Нашивка Библии 1, и мы торжественно им ее вручаем. Thank you.
правда прекрасны. Они я приглашаю всю церковь помолиться за наших деток. Дорогой Отец Небесный, великий, всемогущий и праведный, мы благодарны Тебе за чудесную церковь, которую Ты основал на земле, благодаря которой мы, Господи, можем объединяться. Мы особо благодарны Тебе за того, кто объединяет нас, за нашего Спасителя, за нашего Господа, который умер для того, чтобы мы жили, который умер для того, чтобы мы имели сегодня радость, каждый день имели благословение с Тобой, Господи. Мы от всего сердца благодарны Тебе за этих прекрасных деток, которых Ты даровал нам, Господи. Мы благодарны Тебе за тех руководителей, которые занимаются с ними. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты настолько возлюбил их, что желаешь их спасения. Благослови каждого родителя, благослови руководителей, чтобы клубы развивались, чтобы клубы возрастали, чтобы детки наполнялись Твоей любовью, познавали Твой характер, росли как духовно, так и всесторонне. Благодарны Тебе, великий наш Господь, за Твою великую любовь к нам. Во имя Иисуса Христа наша молитва. Аминь. Ну и сейчас мы хотим торжественно вручить подарки нашим детям, чтобы они росли и развивали. Сабрина. Мы благодарны вам за ваше терпение, за то, что вы молитесь о нас. Без ваших молитв, без вашей поддержки наш клуб не будет существовать. Поэтому молитесь дальше о нас, чтобы нас было больше, чтобы наш клуб рос, чтобы у нас были не только искатели, чтобы у нас были бобрята, мизинчики, и дальше потом становились следопытами, оставались в церкви и служили для вас и для Бога, и для людей. Аминь. В заключение, дорогая церковь, я хочу пожелать каждому из вас. Сегодня книга Матфея звучала очень часто на субботней школе, да, и сейчас я хочу также процитировать стихи из этой книги. 14 стих 19 главы. Господа, Бог за направляющим шагом марш!